Всем привет, меня зовут Сергей Сапко, и решил записать вот в новом формате свои видеоуроки вот по губной гармошке, диатонической блюзовой губной гармошке. И сегодня я покажу вот простой такой риф с аккомпанементом. Вот всем начинающим вот мне тоже было очень нудно так повторять одни и те же какие-то фразы, тем более без аккомпанемента. Ну, такие... Это реально нудно. Для этого рифа вам нужно уметь делать бенд на втором отверстии. Самый глубокий бенд. Это у нас будет нота фа, если играть на диатонической губной гармошке в тональности до. Вот. До мажорная, короче, обычная гармошка. Как это все звучит? Вот что мы делаем. Части аккомпанимирующая часть вот будет у нас в первой октаве. Я играю один на вдох, бенд на втором отверстии на вдох, три на выдох. Вот, такое у нас та-дан-да-дан. Вот, есть. Вторая часть, солирующая часть. Играем мы это вот в средней октавке с четвертого по шестое отверстие. Ноты практически одни и те же, что и вот в первой части аккомпанимирующей. Вот, что я играю. После того, как я сделал вот это, есть, проиграл. Потом у нас есть время вставить туда, вот в промежуток этот, голый промежуточек такой, наше соло, нехитрое. Что я делаю? После того, как я сыграл вот это, та-дан-дан-дан, вставляю это. Это у нас идет 4 вдох, 6 выдох, 5 вдох, 4 вдох. Это вот кусочек, я прыгаю с 5 на вдох на 4 на вдох, потом опять 5 на вдох, 4 на вдох. Вот и получается у нас. Есть, уже такое, да, оно и без бендов, и вроде бы по-блюзовому звучит. Есть. Второй кусочек опять играем. Вот, вот это вообще элементарно. Я играю 4 выдох, 4 вдох, 5 вдох и опять 4 выдох, 4 вдох. Вот. Все, это самое простенькое такое, две основных фразочки вот таких. И плюс первая часть на малой октаве нашей, такая аккомпанимирующая часть. И в чем плюс этого вот урока, плюс этого лика, в том, что вы будете невольно развивать вот игру в первой октавке и научитесь прыгать вот с отверстия на отверстие. Вот это очень тяжело для новичков. Вот так-то. Занимайтесь, учитесь. До встречи в следующем уроке.